В полтора года я в Караалпуде, чуть меньше, чем полтора года. Значит, ну дело в том, что я немножко отличаюсь от большинства людей, потому что я всегда считал себя здоровым человеком, потому что я никогда не курил, вот, я практически никогда не пил алкогольные напитки, пиво я вообще ненавижу. Я 15 лет занимаюсь спортом, это и альпинизм, это и тайландский бокс, и просто физо. Вот поэтому я считал себя здоровым, несмотря на то, что у меня был хронический пародонтоз, не знаю, откуда он взялся. Вот 20 лет я умудрился себя угробить суставы, вот, тоже врачи определили, что это артрит, полиартрит, кажется. И ну, вот такие вот мелочи, как я на них просто внимания не обращал, когда каждые полгода это обязательно поход к стоматологу, это обязательно новая дырка, это камни на зубах, ну и так далее. Вот, значит, примерно в августе месяце вот мы с Юрой познакомились, он предложил мне хотя бы начать с воды. Ну, естественно, я, как и все, в это не поверил. Я был уверен, что это все ну, разводняк, вот, подсадные утки. Купил эту воду, чтобы от меня отстали. На тот момент, значит, у меня, кроме всего перечисленного, у меня были на руке вот тут вот бородавки. Штук 50 их вылезло, они были меленькие очень сильно. И они 4 года, я 4 года с ними воевал, и я не мог избавиться от них вообще. То есть ни дерматологи не помогали, ни аптеки, мази, там шмази всякие, ничего, 4,5 года. Вот, я пил только одну воду, потому что я не верил. Прошло 3 месяца, бородавки исчезли полностью. Вот, только осталось. Вот, после этого меня с горем пополам уломали, Юра уломал на банку лецитина. Спустя несколько месяцев. Меня впечатлило то очень сильно, что после месяца всего-навсего банки лецитина у меня существенно перестали болеть колени. Вот, всего месяц прошел. Не ашпятся? Через какое-то время меня, опять же, Юра с горя пополам уломал на Coral Detox, на коловат, на очищение. Я считал, что мне сейчас это не нужно, у меня все в порядке, потому что я не курю, не пью и так далее. Вот, значит, после прохождения очищения организма, вот, ну, с меня, значит, ну как, мне стало, это мои результаты, стало легче дышать, потому что аденоиды у меня удалены с детства и хронический насморк, то есть как-то слизь исчезла из носа. У меня перестали болеть ноги из-за тайского бокса, у меня полностью сбиты вот ударные поверхности, болевые точки тоже. Я боялся, что это воспаление надкостницы. Врачи разводили руками, говорили попить там немесил, там что-нибудь еще там помажь, но точки не уходили, я тренировался через боль. После 2 недель коловады точки куда-то пропали. Я не знаю, что это, с чем это связано, но было, сначала они были, теперь их нет. Вот. И кроме всего прочего, я полтора года уже не хожу к стоматологу, у меня перестали нарастать эти камни чертовы на зубах, у меня перестали кровоточить десна, которые я с детства с ними носился, как цыган со списанной торбой. Вот. Ну и самый свежий результат, это вот совсем недавно, буквально неделю назад, меня это очень впечатлило, на одном из мини-внутренних соревнований по тайскому боксу. Вот, значит, я вылез оттуда как побитый пес, потому что я отбил все, что можно было. У меня палец практически не сгибался, руки были, ну, полностью, ну, там, потренировались. Буквально 3 суток прошло. Я на этот раз я мазь не покупал, потому что мне просто не хватило времени купить мазь. 3 суток прошло, у меня синяки все посходили полностью, здесь, здесь, уже все нормально, и как-то, ну я так раньше быстро не восстанавливался. Это мазь только, да? Не-не-не, я мази не покупал, я не успел ее купить, я просто вот, я уже давно пью полностью клеточное питание, это и аминокислоты, и витамины, ну все. Вот просто вот этот результат, самый свежий, меня очень сильно в очередной раз...